Кто ж ты такой наукомонный? Давай, давай. Маленький Ваня увидел свет 25 июля. Теперь он вместе с мамой готовится к выписке. Дома ждут папа и старшая сестренка. В тот же день, что и Ваня, в 12 часов 28 минут родился и этот малыш. С выбором имени у родителей проблем не возникло. Выбирали между парочкой имен. Папа захотел именно Егор. А вы какой хотите? Ну, я тоже. Мне нравится это имя. За первые три дня этой недели специалисты перинатального центра Заречного приняли 10 родов. Они говорят, в нашем городе с каждым годом рожают все больше. Если за первые 6 месяцев 2015-го здесь приняли 338 родов, то в этом году за такой же срок врачи помогли 464 роженицам. В прошлом месяце, в июне, было 120 родов. Это вообще такая рекордная цифра. Но за прошлую неделю у нас 26 женщин стали мамами. Из них 20 мамочек живут в Заречном, а 6 приехали из области. По информации отдела ЗАГС, за 6 месяцев этого года были зарегистрированы 330 маленьких зареченцев. 176 мальчиков и 154 девочки. Родители дают самые разные имена своим малышам. Наиболее интересные, наиболее редкие мужские имена – Фома, Трофим, Платон. Да, женские имена – Юстина, Илина, Стефания, Агния. В рамках проекта «Я родился в Заречном» свидетельство о рождении маленьким горожанам вручают в торжественной обстановке. Еженедельно на таких церемониях в ЗАГСе свой первый документ получают около 20 малышей. Кроме этого, по статистике, каждые первые полгода в брак вступают около 140 пар. А количество заявлений на развод сократилось на 5% по сравнению с 2015 годом. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».